Вкусно, вкусно. Сразу прям по запаху чувствую. Итак, Динара, день второй у нас сегодня. Ага. Как обещали, так и сделали. Пойдемте. Санпост на Талдыкурган со стороны Усть-Каменогорской трассы. Со стороны Учарала. На сегодня у нас без парма. Здрасте. Еще раз. Здрасте, здрасте. Еще раз. По-моему, сюда надо заходить. Помоса, приятного аппетита. Как настроение? Настроение супер. Как бизнес-то, кстати? Бизнес? Ну, бизнес пока отдыхаем. Стоит бизнес. Для народа работаем. Санпост на Карабуловской трассе. Поехал без пармак. Для сотрудников здесь. Ассаламу алейкум. Так, по-моему, сюда в палатку, да? Ага. Так, заходите. Проходите. Салют. Тепло, нормально здесь? Не замерзли? Давайте передавайте привет и все просто, и все. Рахмет, сіздерге. Бізді ескеріп келгендеріңізге көп-көп. Рахмет, сіздерге. Көп-көп. Сіздерге де рахмет. Осында еңбегі саватыстар. Қолдарыңызға дет бермесін. Армаңыздар, ұлғыда күтініп жүрміздер. Рахмет. Ну все, пойдемте, санитарный пост. Алматы, Талдыкурган. Так, стульчиком тут прикрыли. По-моему, отсюда можно зайти будет, да? Давайте заходите. Салам. Ой, здесь теплее, да? Саат канча да кайтасын да бүгін? Сегізде. Ну, кажется, бір сағаттай қалды ғой. Примерно, да? Нет, просто ужин 9. Угу. Хача штук, да? 12. Так, санитарный пост, Штөбе, Талдыкурган. Ну все, пошли. Здрасте. Дорогие, вот у нас лозунги без бригемс. А сюда, сюда, Динара. Заходите. Опа, проходите. Да, вот здесь можете оставить. Как настроение? У вас? Отличное. Тепло вроде, да? Ну, Динара, ваше пожелание. Пожелание. Как я тут раз говорила, не болейте. Осталось чуть-чуть, потерпите. Как говорится, соңғы жүг ауыр демекші. Терпим до последнего. Будьте здоровы, не болейте. Хайрат, вам большое спасибо. Да, вам спасибо. Да, что вы вот, у вас тоже такой большой труд для народа работает.